что может закинуть монетку А там ион? и У них две лучше как монетки. же? А мы же договорились, что ты снайпер идешь. У них и самолет лучше, и геншип лучше. Что говоришь? Говорит, ты должен был выбрать Айон. У них и самолеты лучше, и геншипы лучше. Нет, почему ганшипы лучше? Но самолет то не хуже. Тебе нужно сначала. Ну, тогда я даже не знаю, что было. А, да, Тебе. на центре. Ну пусть этот Кондратий идет. Весь Кондратий мне покидает. Масушки. Ну, я просто спамить буду. Экономики по нулям, наверное. Вот это попе неплохо я как-то один разок сыграл. Бомб. Ну чё, совсем же. Ему, кажется, намекали, чтобы он пёрся туда. Он взял и начал стрелять. Хотел спамить, а тут-то игроков побольше было. Он шикарен, да? Кто его знает? Немец. Гад, что ли, нашу массу хочется? Непонятно. Че он ушел-то? Жри массу, да он. Хочешь убить? И мои мехи затонули. А потом все застыли. А потом... Помехи аирной струи. Так не делать ганшип, не надо. Не, ну пока их надо. С
Не, в смысле, вообще надо? Вообще надо. Конечно. А пока экоси. Я вам хилю. Ты что ж экономику делать? Что? Я хилю в старой жизни. Блин. Как он мать съест? Under attack. По-любому читать, я вообще не слышу, что ты. Ты два инжа мне дай. А, инжать? Да. Держи. Спарка. Что-нибудь такое. И да. Потому что Кондратий, я уверен, не построит для меня ничего хорошего. Да, я, наверное, уже проиграл. System enabled. У меня поспамить не получилось, но...
почему-то три цвета юнитов движется. О, смотри-ка, на зеленый. Смотрим, что у Хевана. У него, смотри, это плохо, Славян. Он транспортник делает. Он сейчас что-то будет. Как это называется? Снайпить. Герта снайп. Ну все, это будет. Два убийства дали. Но все равно сейчас где-то снайп. Смотри, тактичен, давай этого еще убил. У меня два ганшипа есть. И ты туда на него веди. Славян. Славян. Да сейчас я веду. Нет, просто заранее до этого говорил, что ты меня не слышишь. Я друг. Ну что ты сказал, что. О, там где-то вот на середине у них летает. Заряженная. О, да ты трубишь. От моих. Может еще и этого заснайпим серого? Вообще было фигня. Хотя вряд ли получится. Гетто летит. Вот здесь Харп. Это что это? Да, Харп летит. Нет. У тебя есть ганш? Или вот Т2? Флаг. Еще один транспорт. Еще два летят вот здесь. С вами я тебе просто показал. Что они нужны. Ну как? Ну так, это же ОВЗшные, они даже по зданию не могут попасть. То, что ходит. Ну, я же говорил, летят они. Теперь у тебя все гены убьют. Я пытаюсь убить гены. А плевать на твои гены. Ой, на его гены. Дерегоген. Славян, Аир подними. А то забыла вкусы. Офигеть.
есть транспортник? Или просто где-нибудь за рекламу? Тебя энергия перевода? Террас на трапу. Ну, вроде хватает пока. Я корсар хочу. Надеюсь, это будет оправдано. Видишь, ты один делал лэнд, так что ты... Сейчас я вот один и вот руки. Ты думаешь, бундера делать? Сейчас увидим. У меня же завод. Да, там. Делай, делай. Еще он только начал. Ой, у него что-то триер. Ну, ты знаешь, как можешь стукнуть по фарм? Давай вот снайпай. Бомбера не отправляй никуда. Снайпанем вот этого фарма. Как его разведать? Разведчик можешь над этим голубым? Да, есть разведчик. Ну вот, надо, давай голубого уберем. У меня 11 корсаров. Если у него щита нет, то мы его с одного захода уберем. О, ком идет. Давай его, все, мочим, отправляй бомбер. Надеюсь, там не щит. Там точно щит? Ну, понял. Видно? Ты бомбер, ты чё нет? Да? Блин, там щит. А он с щитом. Так я и говорю, там щит плохо. Ну ладно, давай отмена, отмена. Ты сейчас мои корсарчики прикрывай.
Все равно этого спасать надо, так что... Славян, ну... Как-то ты не в ту сторону отойди. Серый где? Может, серого себе? Больше шансов. Ты стресс определил, что апочка. Нет. Нет, я не буду раз. Ощущение, корсар мне уже не так это. Да корсары, в принципе, не меняли ничего. Никакие были, такие остались. Нет, я не думаю, что уже много слишком всего. Три зенита. Хотя их все равно будут делать. Что он делает? Можешь просветить вот это место? Угу. Где там совушки? Там различу. Синяком Кондратий там делал. Смотрим, вообще делаем. Ё-моё. Он мерси сейчас будет зеленого. Он кучу мерси делает. Это будет фейл. На этот раз я не полечу его убивать, сливать танцу.
Нам же нет три минуты. Смотри, это на нить все летит. На фиолетовом. Я же на тебя сейчас пройти, что ли? Да, я-то против. И че он? Сейчас он персонер. Ой, снайпер. Давай, 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 спасу его. Еще спас. Или не спас. Вернувшись. Там сейчас один бомбер поможет. А потом останусь я. Ну а что, масса не нужна, что ли? Ну а я ленд-то не стрел, я вообще ленд. Юнитов-то нет. Он колосс начал. Начал только. Это не сказал, что ли? Я в принципе, возможно, могу убить серого без проблем, если ты снайпер аир вырежешь. Синего. Ну, это проблема. Ну, вырезай, вырезай. Смотри, чтобы на мои корсарчики не полетели, а то он подлетал. Слышишь, он по всей игру строил, будет подниматься. Сдохнет. О, смотри, вот Аир-то весь улетел. Давай, лети туда и вырезай его. А я в это время снайпану этого серого. Только не разрушил. Через зенит ты три дня. Смотри, не так много. Это который умер, что ли? Угу. Вот зеленый, он что, совсем даун? Че он без щита там ходит? Что-то тактику в голову, что-то. Пиздец. Спать хочу. Я же даже играю так, чтобы не выиграть. Икры. Так я первый кик. Или второй. Славян, ну ты, блин, как здесь? Понимаешь, как на зенита? Да мне плевать на эти зенитки. Можешь его убить мне. Давай, блядь, первый.
Не, ну ты сам уже. Я ни одного не сбили. Чё, ебать? Ну сам хотел кашу слушать. Да. Я тут прогенерю, а ты это прогенеришь. Надо туда инженерчиков вести. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням, говорит инженерчик. Не слышу. А чё ж такое глухой-то? Не, в смысле, ты крышишься. Так, может, тебе погромче сделать? Сейчас. Если я вижу, что ты на вас. Скажи, что ли? Алло? Колосс почти готов. Ну, хорошо. Вот этот, ну, смотри, сейчас сдох. Такая тема. Ну, половина команды сдохли, да. Мы можем позволить одного. Нет, ну, половина, а у нас все бесполезные. Кроме... Естественно. Колосс еще даже не достроен. Доминиром собираешься? Так. Чего не мешаете? Идите. А реально, давай-ка я его заключу. Только комнату. Так, стоим, достаю вот тут. Николас пошел в левую сторону. По карте летает, пока разведчик как это и завод начать не может. А на завод начинается, не понял про завод. Слышал. О, точно, я сейчас всех порешу эти танцы. Ты кого все контролишь? Да, что мало точно. Так, ой, ты Аир не выбрал, как ты. А у нас зенит. Ядро? Ой. Он что делает? Он нарту делает, значит. Ну конечно, я думаю, баст ебаный. Голубу ничего не делает, я думаю, кто.
хоть кто-нибудь что-нибудь сделал. Ну, там белый паука начал делать. А ты чё, ганшипы без Заира? Ну это вообще слив просто. Мог бы и не сделать. Я исключительно прямо разведчик вплывать. Видишь, что никого нет. Теперь не Ира, не ганшип. Ну, что на патруль, они полетели в разведчик. Так только ну, как 240. Не понимаешь, я там хочу пытаюсь заводы настроить, энергию. Ну, до вашего колосса он еще не рядом стоит вас. Что все равно. Нужно же дать шанс Хевену победить. А, да, не надо дать шанс. Сейчас я еще корсарчиков туда на колосик. Смотри, чтобы они не умерли. Окей. Что, мне говоришь, отправить строителей на базу, да? На какую? Ну что, 30 строителей, что хочешь? 30, полно. Я даже вот 28. 26. Давай, истребитель, давай, ты сейчас их сам нужен. О, отлично. Давай. Ну, ты что, корсаров-то не стреляешь? Я? Нужен корсар. Он должен по корсарам быть. Ничего себе. По корсарам нужен. Смотри, там он первый дамаг наносит по корсара, а я наношу по истребителю. Второй дамаг он наносит уже другие юниты. А я снова по истребителям. Что там, бомберы? Ой. Мне кранты. Слушай, что я? Я не вижу стрельбы. Ну, не успевает. Слышь, да? Ой. Что-то я не то нажал на него. Нет. Ой, ты самолеты ганшипа или к себе? А то и тебя сейчас нахуй надо. Клен, ты сам ты у Гена есть. Они что могут сидеть? Убей инженеров, как я. Ой, идиот! Я? Так он бы тебя по-любому убил. Он бы тебя по-любому убил. Он полетел у тебя. Но он на тебя летел. Я-то ему зачем? Ну ладно. Я сделал достаточно в этой игре, убил двоих. Ты одного. Ой, сит, вот это.
Strategic launch detected.